расписаны буквально по часу. Каждый час расписан, как, что было. А вот в воскресенье все вот было, знаете как, утро, еще темно, гроб сторожат, сад, возможно, опечатан. 5-10 минут, все поменялось. Ангел пришел, камень отвалил. Сразу поменялась ситуация, и события стали развиваться по-другому. Это воскресение Иисуса Христа, моментальная перемена. Мы хотели бы прославить Господа этим пасхальным псалмом. Воскрес, тот, умирая, может кровью крест.